20 лет в форме спортивной. В Чебоксарах свой день рождения отметила региональная федерация фитнес и аэробики. Праздник по традиции прошел в спортзале. В центре развития маунтинбайка за звание чемпионов сразились команды со всей республики и соседних регионов. Улыбка на лице, макияж, нарядный костюм. Спортплощадка для этих девушек давно уже превратилась в сцену. Силовые нагрузки в быстром ритме, синхронные прыжки, отжимания и махи ногой под музыку смотрятся очень эффектно. Наша команда называется «Лучики». Нам очень нравится фитнес-аэробика. Я лично хожу 4 года. Нам нравится выступать, получать медали. И надеемся, что мы сегодня победим. Мы занимаемся фитнесом, степом и рок-н-роллом. Мы ездили на соревнования в Казань, ездили в Йошкар-Олу, занимали призовые места, смотрели на своих соперников и учились у них. Смотрели, как нам лучше сделать, чтобы выиграть. Аэробика, степ-аэробика, хип-хоп. На чемпионате и первенстве Чувашии разыграли награды в 4 возрастных группах. Мы приехали из Комсомольского района Чувашской республики. Наша команда Dream Team. Мы очень дружные, веселые и очень спортивные ребята. Тренер нашей команды Долгова Мария Сергеевна. Она очень добрая, очень умная и очень спортивная девушка. В неделю мы занимаемся 5 раз по 2 часа. Сейчас мы готовимся на соревнования ПФО в Самаре. Мы надеемся, что мы там займем очень хорошее место и у нас будут очень хорошие достижения. В Чувашии 17 отделений фитнес-аэробики. Это 68 команд и почти 2000 спортсменов. С каждым годом желающих присоединиться к этому массовому и очень зрелищному виду спорта все больше. Родители приводят в зал даже 3-летних малышей. Фитнес-аэробика – это, во-первых, праздник. Мы с успехом выступаем и за пределами республики. У нас есть яркий пример, вот поездка в Голландию была. Мы будем в этом плане еще больше и больше совершенствоваться. Бессменный президент федерации Оксана Вербина. Видя результат в своих учениках, наверное, это самое главное у каждого тренера. Тренер должен воспитать чемпиона, не просто чемпиона, а чемпиона страны. Это гордость на все времена. Федерация растет и развивается. Как и полагается, в юношеском возрасте здесь мечтают и строят планы на будущее. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.